Три минуты, коллеги, я прошу. Сергей Матасов, фракция Коммунистическая партия «Коммунисты России». Я немножечко о приватизации. Депутаты фракции «Коммунисты России» обратились в Комитет по политике и местному самоуправлению ОКЗС с предложением вернуть полномочия депутатам в части утверждения прогнозного плана приватизации, условия приватизации государственного имущества, так как ранее депутаты Алтайского краевого законодательного собрания имели возможность непосредственно влиять на приватизационные мероприятия в Алтайском крае. Однако в прошлом настоящие полномочия депутата были переданы правительству Алтайского края, что повлекло за собой далеко идущие последствия. И в настоящий момент ЗАГС Собрание не имеет полномочий принять решение о приватизации или о запрете ее. На 2021-2023 год в регионе, согласно плану приватизации, планируется передать полностью или частично в частные руки такие доходные для края предприятия, как Колыванский камнерезный завод, гостиница «Колос», 6 предприятий дорожного хозяйства, предприятия «Алтайские инженерные системы». Эти предприятия превратятся из унитарных в акционерные. Дополнительно также будут реализованы 25% акций «Бийская», 5% долей «Полиметалл». Все это напоминает те процессы, которые происходили в России в 90-х, когда либеральная власть вооружилась силами ОПГ, рэкетировали как частные, так и государственные предприятия, а миллионы рабочих в это время оставались без средств к существованию. Все мы помним высказывание Чубайса, идейного вдохновителя приватизации. «Мы знали, что каждый проданный завод – это гвоздь в крышку гроба коммунизма. Так в чей гроб власти заколачивают сейчас?» И сейчас депутаты ОКЗС просто не могут повлиять на происходящее безобразие в сфере приватизации политики в Алтайском крае. Крупный капитал в оказании давления на наших чиновников выводит из краевого фонда доходные предприятия, на которых тысячи трудящихся Алтайского края имеют свою работу. Ранее под нападки буржуазных сил попал Иткульский спиртзавод, приватизированный, а позже прекративший практически обанкроченный. Сотни рабочих, для которых данное предприятие являлось единственным заработком, могли остаться без средств к существованию, подпав под сокращение. Единственная политическая сила, которая вступилась за само предприятие из политических партий, это стала Коммунистическая партия «Коммунисты России». Почему-то вас, дорогие парламентарии, 30 лет сидящих здесь, мы не увидели ни с рабочими, ни на митингах, нигде. В связи с чем мы считаем, что пришло время возвратить депутатам их возможность влиять на объекты приватизации в регионе с целью сохранить работоспособные предприятия, приносящие доходы в пользу жителям края. И в завершение. Ну зачем нам приватизировать предприятие «Бийское»? Давайте лучше вложим деньги в модернизацию и автоматизацию. Давайте покажем, что мы можем создать хорошее государственное предприятие. Это будет большой плюс и для Виктора Петровича Томенко.